Депутаты окружного собрания провели 19-ю внеочередную сессию, созыв которой обусловлен необходимостью внесения изменений в статью расходов окружного бюджета и исполнения норм законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Подробности у Ирины Никешиной. Общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год не изменился и составил чуть более 21 миллиарда рублей. Расходы сократились до 24,3 миллиарда. Также произошло распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств. Дополнительно выделено 200 миллионов рублей на выкуп ветхого и аварийного жилья. Это все делается для жителей Ненецкого автономного округа. Я считаю, что эта мера очень востребована, ее необходимо было зафиксировать. Более 58 миллионов рублей будет направлено дополнительно на компенсационную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. Эта норма коснется порядка 60 семей. По словам спикера окружного собрания депутатов, в законе учтены и поправки губернатора. Средства направят на мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части приобретения, поставки и монтажа 9 фельдшерских здравпунктов. Вот 9 населенных пунктов, таких как Амдерма, Бугрино, если позвольте, я их зачитаю, Лабовская, Верхняя Пеша, Чижа, Хангурей, Антик, Щелина и Ваучейске, получат свои фельдшерско-акушерские пункты в рамках софинансирования между бюджетами, соответственно, Федерации и Ненецкого автономного округа. Более того, эта работа в целом, в комплексе, она позволит привлечь к нам на работу 15 врачей и 9 фельдшеров, что для нас весьма и весьма существенно, с учетом того, что у нас ощущается проблема по работе узких специалистов по тем или иным заболеваниям. Увеличено ассигнование на субсидирование бюджетных учреждений и на социальные выплаты. По предложению депутатов Дома культуры поселка Красная выделят средства на приобретение концертных костюмов для вокальной группы «Красновчанка». При обсуждении законопроекта на комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии дали рекомендации администрации округа. В частности, предложено предусмотреть средства на индексацию зарплат работников бюджетных учреждений, увеличить субсидии образовательным организациям на погашение кредиторской задолженности. Комментируя принятие поправок в окружном закон, спикер регионального парламента Александр Лутавинов отметил, что работа над бюджетом продолжает носить социальный характер. Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы в первую очередь решать именно те вопросы, которые касаются дополнительных мер соцподдержки и тех мер, которые направлены на улучшение социальных условий жизни наших людей в нашем округе. Также сегодня на внеочередной сессии региональным законодательством были утверждены налоговые изменения. Они касаются установления размера потенциально возможного годового дохода индивидуальным предпринимателям и размера фиксированного платежа для иностранных работников. Согласно поправкам к закону, установлены размеры годового дохода от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, в зависимости от общей площади сдаваемой недвижимости. Так, для города и поселка Искателя до 300 квадратных метров – 500 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров – 1 миллион рублей. От 801 квадратного метра и более – 1,5 миллиона рублей. Для сельских населенных пунктов установлены следующие размеры. До 300 квадратных метров – 40 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров – 45 тысяч рублей. От 801 квадратного метра и более – 50 тысяч рублей. Что касается иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента, то они обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного платежа. Его размер на 2020 год составит порядка 5313 рублей в месяц. В текущем году он составляет 8060 рублей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».